компании и должны быть как бы адвокатами у заболевших. Что делать, куда идти, как помочь? Вот в этот момент, конечно, должны быть страховые компании. Достаточно обращений, которые страховая компания, так сказать, выступает на стороне застрахованного. Кроме того, ведь мы же контролируем и качество оказания медицинской помощи. Для этого существуют механизмы, в частности, автоматизированный медико-экономический контроль. Когда мы проверяем все счета, которые представила больница на оплату, и если там есть какие-то, так сказать, приписки, есть какие-то неправильные введенные лица, то эти случаи откидываются, и больницы не получают за них средств, где нарушены какие-то, так сказать, определенные правила. Кроме того, дальше идет медико-экономическая экспертиза, когда выбираются определенные показатели. Там все смертные случаи подлежат экспертизе. Все случаи диспансеризации. 8% от стационарного случая, стационарного лечения тоже подлежат экспертизе. И уже когда выявлены дефекты, больница штрафует, вернее, страховая компания штрафует больницу. 35 миллионов. Вот примерно штрафов на больницы накладывают страховые компании.